Всем привет! Прогуливаясь по острову Пхукет, сегодня я покажу вам необычный дом – Ban Thilangka. В нем есть все, как и в обычном доме – гостиная, кухня, ванная комната, детская. Только сам дом вверх дном. Он стоит на крыше в буквальном смысле этого слова. Под ногами потолок, а сверху пол с мебелью. Столы, стулья, холодильник и кровать – все на потолке. Даже рыбки плавают в перевернутом аквариуме. Поднимаясь по лестнице в дом вверх дном, вы сперва попадаете на чердак. Второй этаж перевернутого дома не отличается от обычного. Ну, кроме того, что все предметы приклеены или прибиты к потолку. Как только вы привыкаете к обстановке, понемногу начинаете понимать, в каких ракурсах лучше фотографироваться. В гостиной пройдитесь на руках по дивану или подпрыгните, держа руки вверх. Почувствуйте себя настоящим человеком-пауком, проползая по потолку и стенам в детской. И не стесняйтесь заглянуть в перевернутый холодильник. Отдельной популярностью в доме перевертышей пользуется ванная комната. Посудите сами, что бы вы почувствовали, увидев унитаз, висящий над головой. Зато большинство посетителей подпрыгивают и ныряют в него, сложив руки, как для прыжка в воду. Взбираясь по лестнице выше, вы на самом деле спускаетесь на веранду первого этажа с клюшками для гольфа, стиральной машинкой и собачьей будкой. А в гараже припаркован настоящий тайский тук-тук. На территории аттракциона Ban Thilangka расположилось три достопримечательности. Сам перевернутый дом, сад-лабиринт и квест «Побег. Тайная комната». За пару часов вы сможете посетить их все. Сад выглядит обычной живой изгородью, а внутри лабиринт, где ваши дети могут от души набегаться. А затем отправляйтесь играть в тайной комнате. Вам предстоит разгадать несколько головоломок и найти выход из игры. Но я обещала не рассказывать секреты. На всей территории есть бесплатный Wi-Fi, поэтому вы здесь же сможете поделиться прекрасными фотографиями в социальных сетях. Но не забудьте их перевернуть. А пока читайте информацию под видео, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и совсем скоро смотрите новые сюжеты про остров Пхукет.